Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Посмотрите, какая вкуснота. Помидорки закусочные. К шашлыку. Картошечки. Просто с черным хлебушком. Вы не представляете, что это такое. В меру соленые. Ароматные. Немного остренькие. Я хочу, чтобы вы обязательно приготовили по нашему рецепту. Поделились со своими подружками. И угостили своих соседей. Посмотрите, какая прелесть. Они такие получаются, как желейные. Аппетитные. Готовьте порцию. И так думаю, что на следующий день вы их все съедите. Такая вкуснота. Все просто. В измельчитель нарезаю болгарский перец, выкладываю чеснок, добавляю остренький перчик, берите по вкусу, как любите, и измельчаю. Выкладываю в мисочку, добавляю соль. Желательно взять крупную, растительное масло, уксус 6%. Все точные ингредиенты смотрим под видео. Добавляю сахар, перемешиваю. Вкусно пахнет чесноком. Аппетитно. Мелко нарезаю кинзу. Можно зелень взять по своему вкусу. Но с кинзой это что-то. Выкладываю зелень в соус. Заправку. Хорошенечко перемешиваем так, чтобы соль, сахар у нас все здесь хорошо разошлось, чтобы они не чувствовались, когда мы ложкой мешаем. Часть заправки выкладываю в объемную миску. Нарезаю томаты. Да, такие хорошие, спелые, прямо чтобы сочные были. На крупные дольки. Вот так, думаю, подойдет. Хранится наша закуска до месяца в холодильнике, друзья. Ну, смотрите, делайте больше, потому что она очень вкусная. Выкладываю в чашечку. Плотным слоем. Выложила первый слой, заливаю его еще раз соусом. И так еще два слоя подряд. А завершающий слой выложила. У меня получилась полная трехлитровая миска. Здесь 2 килограмма томатов. Так что имейте в виду, сколько будете делать. Хочу сказать, что это замечательная закуска к шашлыку. А просто к ужину добавка великолепная. Они очень получаются ароматные, помидоры. Аппетитные и остренькие. Убираю их на 2 суток в холодильник. Друзья, я желаю вам приятного аппетита. Если понравилось, поднять обязательно палец вверх. Поделиться рецептом со своими друзьями. Посмотрите, какая прелесть, красота. Ну и, конечно, приготовить обязательно. До новых встреч. До свидания.